Друзья, всем привет, с вами Зомби, сегодня игра Клондайк Адвентурес, и сегодня у нас появилась новая локация под названием Серебряный Прыск. Раньше мы это все делали, по-моему, на торговой компании, а сейчас у нас появилась совершенно другая новая локация. И это слегка печально, потому что я думал сразу немного торговых билетиков получить, но так как эта локация другая. Ну то есть я не думал, что у нас будет какая-то новая локация под обновление, поэтому энергию особо не подготовил. Так, здесь у нас ягоды. Ягоды мы можем где-то здесь варить. Вот здесь мы можем из клюквы варить джем из клюквы. 20 энергии эту джем стоит. Так. Давайте посмотрим на локацию. То есть это скорее всего... Здесь можно 1500 энергии купить. Сколько у меня час предложение действий. Я пока что покупать не буду. Так, ну, локация у нас довольно-таки большая. Не. Ну, в общем-таки она большая. 5000 энергии, не знаю, хватит или нет. Скорее всего, докупим еще 1500, если мне не нужны будут изумруды что-то ускорять. В общем-то, да. Первым делом. Забираем какую-то награду и проходим дальше по локации. Так, это все пропускаем. Ворота закрыты. Почему они закрыты? А куда мне идти? Подождите. Соберите серебряные лепестки, денежное дерево, соберите документы. Верните документы в офис. То есть мне нужны лепестки собрать серебряные и начать украшать дерево. Кстати, дерево будет прикольное. То есть у нас серебряное дерево декорация за то, что мы... Я только не понял. А, здесь вниз есть проход, то есть тут пройти нельзя. Окей. Дерево прикольная декорация, я думаю, что-то уникальное такого еще не было. Нам нужно его за 5 дней. То есть это обновление... Подождите. На обновление нам 7 дней дают, но на то, чтобы построить... Можно... А, его можно будет превратить через 5 дней, я путаюсь. Ладно. Идем дальше, по идее. Сразу забросим наш клюквенный джем, пусть готовится потихоньку. И по идее сейчас будем проходить, чистить всю локацию. Я не знаю, там у меня просили, в принципе, говорить что-то все это время, пока я чищу. Поэтому сейчас попробую, то есть музыки не буду включать, буду при вас все чистить аккуратно. И будем смотреть, что и как. Так, вот здесь у нас ваза есть. Сразу будем, наверное, открывать, потому что потом не буду возвращаться и будет долго. Долго и лень все искать. Поэтому будем сразу все открывать и сразу собирать эти серебряные лепестки. Здесь у нас какой-то мини-городок, где есть недостроенный домик. Скорее всего, по заданию мы будем его достраивать. Так, за то, что мы ее достроим, нам дадут 30 энергии, 2 ускорялки и 1 сундучок. Чтобы ее построить, нам нужны бревна, камни, ель, глина. Ну да, там легко, там можно строить. Так, здесь колодец воду дает. Здесь можно прожимать по всем домикам и получать какие-то ресурсы. Плюс есть сундук за просмотр видео. Так, вырубаем этот кустик. И нас, по идее, пропускает дальше. Здесь все таким образом открывается, как будто какой-то город каких-то старателей
То есть они здесь живут и что-то в горах добывают. Дальше. А вот дальше я, наверное, динамит поставлю, потому что там много вот этих самых ягод, и потом с этих ягод я сделаю энергию. Дальше здесь проходим, сразу открываем все вот эти предметы, которые нам нужны по заданию, и сразу открываем какие-то ценности. Окей, здесь можно вырубить ледяную глыбу и пройти дальше. Здесь вырубаем конкретно, стараемся вырубать не все ресурсы, а у вас будет возможность вырубить либо кусты с... Сейчас, подождите. Как это называется? Клюква вроде, да? У вас будет возможность либо вырубить кусты с клюквой, либо рубить другие ресурсы. Поэтому советую убирать кусты с клюквой, и так вы будете возвращать себе энергию. Дальше. Здесь, по-моему, есть проход вниз, если не ошибаюсь. И, возможно, там еще что-то сверху можно пройти. Раз, два, три. Так, окей, здесь можно взорвать, но я вместо взрыва, наверное, своим динамитом буду пользоваться. Так, окей. 45, раз, два, три. Давайте сразу приступать к заданиям. Так, верните документы в офис. Давайте отдадим ему документы. Прошли задание, получили сундук. Соберите инструменты старателей. 8 штук. Так, вот здесь давайте. Раз, два, три. Блин, здесь 4 даже нужно. Поэтому я, наверное, напрасно туда прошел. Так, сразу все стараюсь открывать. Здесь у меня ваза, здесь инструменты. Здесь нужна деталь для бура. Ее можно изготовить с помощью вот этих инструментов. То есть это руда какая-то, если я не ошибаюсь. Еще 2 штуки нужно найти. Но здесь больше будет ее, чем нужно. Так, руда делается 2 минуты. Но пусть она делается. Пока что перейдем к следующему заданию. Нужно найти еще 2 инструмента. Там стена, поэтому нужно сверху заходить. Так. Вырубаем. Здесь прям какие-то очень затратные кусики. Так, тропинка идет дальше. Вырубаем тоже клюкву. С клюквы мы потом энергию будем возвращать потихоньку, поэтому ее вырубаем. Дальше. Дальше мне нужно найти еще один ящик с инструментами. То есть один я нашел. Где следующий нас находится, пока не знаю. Он где-то с самого низу. Чтобы туда пройти, нужно вот здесь вырубать камни. Так, монеты собираем. Здесь проходим. Ага, облом. Здесь выходит у нас стена, поэтому нужно через низ к этому инструменту пробираться. Здесь у нас есть какой-то... Не, пока что не будем рубить, это просто как какое-то препятствие. Так, дальше. Нужно здесь сделать бур, он 40 секунд делается. Инструменты я почти собрал, мне до них прям сложно добираться на самом деле. Может, это из-за того, что у нас город открылся, пол локации, считайте, сразу открылась, поэтому сложно добираться. Так, я отдал им инструменты, после чего у нас происходит какой-то диалог. Я в него не влезаю. Дальше. У меня нужно собирать перит. Сделайте детали для буров. Почините буровые установки. Окей. Вот ищите бандитов, соберите провизию старателей. Бандиты у меня находятся вот там. Но идем туда за бандитами, посмотрим, что торговец хочет. Здесь, это я так понимаю, провизия старателей. Торговец хочет, ну у меня все есть, поэтому сразу его меняем и отдаем все ресурсы. Так, дальше.
Дальше мне нужно обходить эту стену и собирать провизию. Здесь прям какой-то очень лютый лабиринт находится, и очень быстро улетает энергия. Поэтому не уверен, сколько нам энергии еще понадобится на это прохождение. Так, раз, два, три. Даже так, да? Ну, сложновато немного. Так, здесь можно угостить лошадь травою, и после чего она нам даст 15 энергии, да? Или нет, подожди, 8. Ну, 3 же это 15. Да, по 15 энергии нам лошади дают. Так, дальше прорубаемся вниз. Вырубаем бревно. 40 энергии. Так, здесь у нас появился какой-то колодец, который, скорее всего, нужно вырубить. А, нет. Не, подождите. Да, его нужно несколько раз вырубить. Тогда нету смысла его рубить, он нам дает попросту только воду. Я думал, что-то... Ну, что-то по заданию есть такое. Так, здесь вырубаем два кустика. Кустик с клюквой и второй кустик. Здесь вырубаем... Одного не хватает, нужно два вырубать. Собираем сразу серебряные листики и продвигаемся дальше. Так, здесь вырубаем камень. Посмотрим по заданию, нам нужно собрать пирит. Давайте тогда, наверное, сразу собирать пирит, потому что там нужно будет по времени дожидаться, пока у меня сделаются все вот эти ресурсы. Это будет очень долго, скорее всего. Вот здесь у меня еще пирит находится. И вот здесь есть камни с пиритом. Надеюсь, пока что весь я его вырубил. Здесь можно закинуть бур. У нас начинает работать буровая установка. Дальше мне нужно детали для буров сделать. Мне их нужно прямо сделать сколько? 5 штук, что ли? Почините буровые. Да, нужно 5 штук сделать и нужно 30 пирита собрать. Но 30 это многовато на самом деле. Так, где у меня еще пирит этот находится? Давайте найдем вот здесь и там. Так, давайте туда я поставлю вот так как-то динамит, чтобы его открыть и там выходит. Вот так. Только я не учел одного. С этой стороны стена, с этой стороны я его открываю, а с той стороны стена нужно сверху проходить. И пока я его собирал, у меня уже 1000 энергии почти ушла. То есть энергию нужно было экономнее добывать. Нужно сейчас создать еще 4 детали для буров и починить потом буровые установки. Ну давайте пусть тогда эти детали у нас делаются. Я перейду к следующему заданию, где нам нужно найти бандитов и собрать провизию для работников. Так, здесь вырубаем 4 кустика, собираем все наши... Так сказать, ценности все открываем, листочки забираем, вырубаем камень. Так, камень нас пропускает, здесь вырубаем клюкву с кустиком, чтобы дальше пройти. Здесь собираем наши все ценности. Я так понимаю, это мы вырубаем, а мы сейчас находим бандитов. Здесь у них прям какой-то очень большой склад у этих бандитов находится. И корабль, то есть они отправили уже куда-то они отправили наш груз, и я так понимаю, мы их сейчас закроем. Отлично. Только куда они груз отправили? Нам, скорее всего, за ним нужно будет двигаться потом или что, я не понимаю. Так. Вырубите серебряную руду,
серебряную руду вырубить. Но я так понимаю, там вообще пройти никак нельзя, поэтому нужно вот сюда проходить. Здесь можно еще принять какое-то задание на одну серебряную пулю, сундучок и две ускорялки. Нужно распаковать ящики и сложить тропические фрукты на склад. А ящики распаковать можно только за энергию. Поэтому это задание сейчас я пропускаю. Буду стараться чистить всю территорию. У меня энергии маловато. Поэтому, скорее всего, буду сейчас 1500 докупать, а остальное время буду попросту ждать, что ли. Так. Здесь вырубаем. Здесь открываем. Здесь я динамит поставлю, потому что ничего не понимаю. Тут у нас можно и двигаться и по дорожке, можно и напрямик пройти. Так, отлично. То есть у нас здесь есть сундук. А здесь есть вагонетка, которую нужно потушить. Чтобы ее потушить, там нужно просто забрать огнетушитель. Окей, она потушена, и ее нужно попросту вырубить. Так, я ее вырубаю, дальше рубим дерево и проходим дальше по локации. Окей. Здесь у нас кустик и какой-то металлический предмет. Также вырубаю, проходим дальше. Теперь, давайте сначала буду вырубать вот эти штуки. Руду, точнее. Вот здесь задание «Почините дорогу», мы там получим какую-то уникальную декорацию. Поэтому давайте сейчас чинить дорогу. Только она из железа чинится, а у меня железа нету. Стоп. Следующая дорога впереди чинится. Нам, чтобы к ней добраться, нужно еще очень сильно постараться. Так, огнетушитель снизу, они как раз его еще за дерево спрятали. И здесь прям нужно вырубать не один ресурс для того, чтобы добраться до огнетушителя. Слегка затратно, но ничего страшного. Это мы тушим, потом вырубаем. И у нас открывается сразу проход в две части дороги. Так, нужно еще один огнетушитель найти, который сверху находится. И здесь можно пройти. Так, я, наверное, здесь динамит как-нибудь поставлю. Как его тут поставить? Вот так. Вообще без вариантов. Мне нужно сначала огнетушитель найти. Давайте попробую пройти вверх по тропинке. А здесь, по идее, можно динамит потратить. Почему бы нет? Как-то только вот так нужно мне его тратить. Чтобы я открывал сразу и там проход. Дальше, вот там у нас находится огнетушитель. Здесь у нас находится три кусика. Огнетушитель забираем. Коробки, ценности, вазы открываем. Здесь кусик убрать. Здесь нужно тушить. И вырубать, по идее. А здесь пока что дальше не пройду. Так, здесь камень можно вырубить. Так, наверное, проще будет. Нас сразу, в принципе, сюда пропустило. Здесь, так как там есть и руда, и деревья, лучше всего я сейчас динамит потрачу. Вам просто там руду вырубить, дерево вырубить, и будет все очень хорошо. Так. Дальше по заданию. Мне нужно сделать 4 детали. 3 сделал, пусть четвертая делается. Провизию найти еще. Спрятана как бы очень глубоко. Нужно еще потратить около сотни энергии, чтобы ее достать. Так, открываем сразу вазы, сразу забираем наши монеты, в принципе, чтобы не возвращаться к этому. А здесь можно делать воду. Но смысла нет, потому что у меня 600 воды, 650, мне нету смысла ее делать. Давайте туда забросим клюквенный джем, пусть готовится.
где мы с клюквы. И посмотрим, куда нам нужно закинуть. Склад нужно провизию закинуть. После чего мы получили какой-то котелок. Отлично. Дальше. Нужно делать, по идее, сейчас мне задание с рудой, потому что там у меня бур готовится, я все равно его никак сейчас сделать не могу. Нужно дождаться, пока он доготовится. Собирать серебряные монеты, я, наверное, уже потом буду. Сначала нужно собрать руду. А вот здесь что-то непонятное. Конечно, динамит потрачу, потому что я говорю, энергии не так уж много. Очень не подготовился, скажем так, я к этой локации. Поэтому буду динамит тратить. Так, здесь можно затушить, но огнетушитель снизу находится. Чтобы к нему пройти, нужно вырубить еще один камушек. Ладно, давайте тушим. Прорубаемся вверх. Там у меня еще монетки. Там стена, монеты. Так, вот монеты, говорю. Это ж по идее листья, а не монеты, да? Так, теперь нужно еще около 20 штук. Вот сюда динамит ставим. Вот так как-то. Так, переходим в упрощенный режим, чтобы нам ничего не мешало. И давайте найдем нашу руду. Раз, два, три. То есть здесь убираем камень. А, так, здесь все открываем, вырубаем, по идее, руду. И нам нужно дальше пройти по нашей железной дороге. Нужно подарки пооткрывать. Здесь у меня прям большие два куска какие-то. Так, стоп. Мне нужно еще 14 штук руды собрать. Она у меня в основном здесь находится. То есть мы вырубаем. Так понимаю. Стоп, стоп, стоп. У меня руда сверху находится, то здесь только один маленький кусочек. Так, вот здесь вырубаем. Я не понимаю, она где-то спрятана, нужно снизу пробраться к ней. Еще нужно энергию тратить, чтобы добраться. Ну да, запрятали очень так хорошо. Не сразу доберешься. Здесь есть еще ящик с инструментами, можно открыть. Так, теперь нужно еще много руды собрать. Давайте, раз. Нам же она по одной штуке дается или по сколько? А, нет, в смысле, я думал по одной. Мне нужно просто, скорее всего, камней 24 или что, я не понял. Этого я не понял. 24 камня мне разбить нужно или что? Так, вот там огнетушитель, давайте пройдем к нему. Соберем сразу руда. Но руда там 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23. Ну да, мне 24 камня нужно. Это на самом деле очень много. Я не уверен, что я сейчас это смогу все пройти. Так, вот здесь вырубаем. Здесь проходим. Здесь у нас почему-то дорога заканчивается, тупик. Дальше не могу пройти. Здесь вырубаем. Вырубаем, вырубаем все. Собираем сразу серебряные лепестки, пусть будут. И теперь мне нужно пройти вниз. Там у меня еще руда находится. Окей, здесь есть руда. И вот здесь кусочек я вижу. Энергия уже закончилась, но руды еще нужно собирать мне и собирать.
Так как это основное задание, то я его 100% прохожу. Если бы было не основным, я бы его, наверное, пропустил. Так, и что у меня получается? Здесь у меня открылся проход вниз. Я так понимаю, я полностью всю локацию уже прошел почти. Почти, этот проход меня останавливает. Давайте пройдем вниз. Но первым делом все-таки нужно собрать нашу руду. То есть она там, там. Здесь тоже, по идее, можно динамит вот так вот поставить. Чтобы он открыл нам и низ, и вверх. Заодно он у меня кончится, и буду дальше проходить только с помощью энергии. Так, вот здесь. Раз, два, три. Раз, два. А тут вообще... А, вот этот кустик. Я думал, его запрятали так, что я его в жизни не найду. Так, руду собрал. Теперь мне нужно здесь делать конкретно серебряные слитки. Не, я так понимаю, просто на всю руду нужно наделать слитку. Это будет долго сейчас, очень долго. Так, 9. Давайте туда. Ну, в принципе, можно наплавить нашей серебряной руды. И просто по заданию я не хочу посмотреть, сколько нам нужно ее сделать. 30 штук, 30 слитков нужно сделать. А слитки нам нужно будет загрузить в эти повозочки маленькие. То есть сейчас, пока я забрасываю эти штуки в один слот, у меня автоматом открывается третий. Почему они не сделали это типа без ожидания, я не знаю. Нужно было обязательно поставить несколько секунд. Так, 24 слитка. У меня за раз делается 3 слитка, да? Нет, 25. Я не понимаю, мне сейчас руды не хватит или оно по 15? Да, оно по 15, то есть у меня еще осталось... Ну, уже на 3 слитка осталось, я сейчас все забрасываю. Рука уже болит, если честно, забрасывать. Осталось только 2 слитка. Давай, бросайся быстрее. Так, окей. 30 слитков есть, дальше пойдем по заданию. Мне нужно починить буровые установки, но чтобы их все починить, мне... А, я, кстати, забрал там. Почему я забрал? Я ж вроде бы в склад ничего не забирал. Ну, то есть, буровая установка 4-я, 5-я, которую я делал, я ее в склад не забирал. Здесь у нас есть еще один троец, если есть желание. А, что? Это у меня игра зависла, я извиняюсь. Я думал, у нас есть торговец, но оказалось, что у меня зависла игра. И попросту уже нету смысла с этим торговцем рассчитываться, потому что его там нет. Он просто туда ушел, но просто так, по идее. 60 энергии почему-то у меня было 60 или меньше было, я не знаю. Так, джем готовим, сразу пусть энергия восполняется. Дальше нужно починить еще две вот этих установки буровых. Мы их чиним, забираем награду, там какая-то декорация буровая. Дальше нужно в вагонетки загрузить серебряные слитки. В каждой из вагонеток есть две стадии. Давайте по-быстрому это мы загрузим. Мне нужно их, по-моему, 6 штук заполнить, да? А где еще? Вот здесь еще одна. Ну и еще одна вагонетка. По идее, так, то она должна находиться где-то здесь. Так, окей. Это мы выполнили задание. И нам дали еще какой-то сундучок с продуктами. Если я не ошибаюсь, у нас есть точно такая же декорация. Она повторяется уже. Я могу ошибаться, в принципе.
Так, дальше нам нужно чинить рельсы. У меня нету железа. Теперь у меня вопрос. У меня вопрос, как мне зайти в коллекции? Могу ли я зайти как-то через какой-то домик в коллекции своей, или мне нужно возвращаться уже на домашнюю локацию? Давайте тогда вернемся домой. Потому что я так понимаю, здесь ни одну коллекцию я обменять не могу. Поэтому возвращаюсь домой и обмениваем несколько железных коллекций. Наперед пусть будут. Плохо то, что на некоторых локациях мы можем обменять наши коллекции, а на некоторых нет. Это немного печально. Было бы вообще идеально, если бы добавили какой-то третий слот возле склада, где можно было бы зайти в коллекции. Это было прикольно. Так, теперь нам нужно починить нашу дорожку. Но для начала нужно еще определить, где она сломанная. Так, четвертая. Вот здесь сломанная, чиним. И проходим задание. Кажется, мы закончили. Стоп, 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 стоп. Не нужно там ничего рубить. Я погорячился. Так, получил награду. По-моему, это самая прикольная декорация была. Дальше нам нужно вот искать капитана, но так как у меня нету энергии, я к нему как бы не доберусь. Соответственно, я сейчас беру и трачу свои изумруды на то, чтобы купить всю оставшуюся энергию. Так, здесь у меня есть задание на 2 изумруда на один сундучок. Нужно собрать какие-то снасти рыбака. Зачем он их разбросал, я вообще не понимаю. Так, найти спрятать старателей. Старатели у нас там спрятались. Окей, то есть мы таким образом выполняем сразу 2 задания. Находим старателей, получаем там эмблемку Клондайка какую-то. И нам нужно по основному заданию найти Эрика Уайта. Это основное задание, я так понял. Здесь можно 90 взять. Ну, давайте камень вырубим. Так будет, наверное, проще всего. И здесь сразу немного проберусь к нашим старателям. Там нас нифига не пропустило, чего? Вот здесь раз, два, три, четыре. Как-то слишком много. А старателей, скорее всего, прямо просто пройти можно, да? Нет, пока не понимаю. А, там показывали, нам можно, нужно обходить. Давайте туда сначала доберемся до этого Эрика. Посмотрим, какие задания он нам приготовил. А потом уже будем смотреть все остальное. Так, вот здесь к нему можно пройти. 1000 энергии. Но если не хватит, сейчас пойду собирать энергию. Так, вырубаем. Здесь все вырубаем. Так, еще 2 кустика. Так. Раз. Что это такое? Тут непонятно. Тут, скорее всего, нижний камень нужно вырубать. Потому что сверху нету смысла там ничего рубить. И здесь нужно бревно вырубить. Да, стоп. Не нужно было бревно рубить, нужно было этот камень рубить и потом вот это бревно. Нас пропускает к нашему Эрику. Здесь у нас тоже какое-то поселение. Здесь возле него бандиты. Нам нужно с ними тоже разобраться. Ой, нас больше. Пусть они сдаются. Больно кому-то, больно. Все, они там подрались, нам этого не показали. Пришел шериф, их
забрал, и нам, я так понимаю, сейчас дали награду. Так, дальше. По заданию мы можем сейчас, в принципе, пооткрывать все вот эти вот вазы, ценности. Здесь можно собрать удочку за 10 энергии. То есть у меня есть задание с удочкой. Но пока что удочки дальше собирать не буду. Я доберусь к спрятавшиеся старатели. Я так понимаю, они спрятались конкретно вот этих бандитов. Так, да. Здесь прям нужно очень много энергии на каждом шагу. На каждом шагу вы тратите просто колоссальное количество энергии. Тут нужно еще присмотреться, потому что, как вы видите, там стена. Раз, два, три. И раз, два, три. Ну все, по идее, я их нашел. Так, старателей нашел. Почему задание? А, мне нужно их трех найти. Явно у меня энергии сейчас не хватит всех старателей найти. Но это прям... Я даже уверен в том, что мне энергии не хватит. Отбой. Не успел отбой взять, я случайно не то вырубил, что мне надо. Я думал, что по идее я уже всех нашел, и мне осталось только удочки собрать. Но нифига. Они так прям запрятались, эти старатели, что их... Там нужно, наверное, энергии 500 на каждую группу старателей, чтобы найти их. Так. Раз, два. Ну да, у меня на последних старателей энергии не хватит. А я не уверен, что ее хватит на этих даже старателей. Поэтому я сейчас иду, собираю энергию, пооткрываю места с удочками, чтобы знать, сколько мне энергии нужно будет точно. В принципе, у меня есть немного энергии и есть два изумруда. Есть, кстати, ускорялки. Почему бы нет? Почему бы нет? Давайте создадим себе немножко энергии еще. И посмотрим, что у нас там получается. Этих старателей я, скорее всего, открываю. Здесь один. А они, их трое, но они попрятались по одному, разбежались просто в разные стороны. И здесь у нас последний будет находиться, но чтобы к нему добраться, мне нужно, соответственно, но еще энергии где-то 200, по крайней мере, раз, два, три. У меня ее уже нету. Поэтому сейчас иду, собираю энергию. Странно, почему меня не пропустило. Я ж вроде все вырубил, и меня нифига не пускает. В общем, иду, собираю энергию. Как соберу, все, включусь. Так, собрал немного энергии и уже надеюсь, что этого прям не хватит. Но здесь, как вы видите, прям нужно все вырубать, чтобы к нему пройти. Ну, считайте, финальное задание, поэтому нужно потратить всю энергию, чтобы сюда добраться. Так, там последнее бревно, я, получается, к нему буду доходить. Нужно только вырубить. У меня осталось задание со старателем. Я забираю главную награду. Я так понимаю, оно уже почти последнее. Ну, то есть нам дали шериф в городе. Награду дали. И у нас получается, открываются наши двери. Где у нас находится... Где у нас находятся сундучки с энергией и предметы коллекции. Здесь есть стол, на который нужно положить яблочный пирог. А вот это уже что-то интересное. А у нас открылось еще одно задание, где нам дадут статуи старателей. Серьезно? Чего? А ну-ка, стоп. А ну-ка. То есть они даже не заморачивались насчет этого, да? Серьезно?
Сейчас, секунду. У меня ж есть такая же статуя. Ну о чем вообще? Ну, смотрите. У меня есть статуя старателя, и она дает 50 очков престижа. И там нам точно такую же статую дают. Плюс, если посмотреть наши подарки, динамит заберем. Если посмотреть вот эту штуку. У меня вот здесь, видите, точно такая же штука есть. Тут даже тыква есть. Просто та у нас расположена в ту сторону, а эта у нас в эту сторону расположена. Прошлое дает мне 50 престижа, а это дает тоже еще энергию. В будущем будет давать престиж. Так, но здесь есть уникальные две декорации, три декорации котел. Плюс есть буровая установка. Буровая установка у меня тоже, в принципе, есть. Вот здесь видите, да? Буровая установка. То есть декорации, в принципе, одни и те же. Только добавили вот эту наковальню. Потом добавили садовую печь и добавили большой котел. А остальные декорации, вплоть до последней, у нас вообще не меняются. Надо было эту декорацию не здесь ставить, а на домашней локации. Но это слегка печально. Я думал хотя бы... Но смысл вам, смысл разработчикам делать финальную декорацию абсолютно такой же. То есть за последнее задание они сделали прям точь-точь такую же декорацию. Так, нам нужно собрать вот эти плоды. Чтобы их собрать, я буду динамит тратить. Вы как хотите, можете по одному, можете по два. Я потрачу динамит. Так, яблоня растет 30 минут. Мне нужно выходить, сколько собрать этих пирогов. Подождите. По заданию мне нужно 4 пирога создать и накрыть стол. На стол нужно молоко, кукуруза, а на 4 пирога мне нужно будет еще 30 рожей. Рожь нужна. То есть, по идее, что выходит. Сейчас просто собираю наши яблоки или что это такое. И делаем 4 пирога. 5 минут делается. Просто яблоки растут по 30 минут. Ну, 5 штук. Скорее всего, еще одну вырубим. Дальше ждать будем или что, не понимаю. Энергия еще 100% нужна. Задание так себе. Задание с удочками. С удочками нам нужно 10 штук их собрать. Скорее всего, на 10 штук у меня энергии не хватит. Поэтому сейчас соберу только те, на которые есть энергия, по идее. И буду заканчивать потихоньку. Вот здесь можно пройти. Нам нифига не открылось. Нужно еще вырубить. Так, окей, есть удочка. Там, вот здесь у нас еще одна удочка есть. Сколько я собрал? Я собрал только 7 штук. То есть это будет 8, 9, 10. То есть, чтобы к нам, мне, к этим удочкам пройти, нужно очень много энергии потратить. Соответственно, энергии у меня нет, я к удочкам не пройду. Дальше у меня есть еще задание собирать тропические фрукты из ящиков. Я его точно выполнять не буду, потому что мы там потратим дофига энергии, просто дофигища, чтобы собрать 50 тропических фруктов, а награда вообще того не стоит, не советую. Дальше, задание конкретно со статуей старателей.
Ну, я немного расстроился из-за того, что нам дают декорации такие же, как давали в прошлом году, прям один в один. Даже не заморачивались, просто добавили раз, два, три новых декорации. А финальная декорация у нас такая же. Ну, прикольно хоть то, что у нас есть уникальное серебряное дерево, которое не повторяется, хоть что-то. Мы его построим, то есть я построил 5 стадий уже. Можно, в принципе, по-быстрому шестую построить, пока у меня энергия делается. Но, по идее, мне нужно сейчас собирать энергию и идти готовить яблочный пирог. В общем, как приготовлю 4 пирога, я включусь. Ждите. Так, ну что ж, я в принципе уже все приготовил. Мне осталось только накрыть столик. Накрываем. Получаем главную декорацию. Два остальных задания я попросту проходить не буду, потому что у меня не хватает для этого энергии. А вот это задание вообще, я думаю, что не стоит проходить. Учитывая то, что сколько вы потратитесь на него и то, что вы получите, оно нецелесообразно, скажем так. В общем, давайте посмотрим наши награды. Статуя старателей. Что она нам дает? Она, скорее всего, нам дает, если я не ошибаюсь, ресурсы какие-то. Мне подарочки дает. И не помню, что в прошлый раз она давала подарочки или что, вот конкретно уже не помню. Так. Открываем два сундучка. Здесь мы получаем предметы коллекции, немножко энергии, сладости и один изумруд. Так, вот это прикольная декорация. Надеюсь, она там бьет. Да, а не с анимацией. Туда прикольно. Что? Это постройка, здесь можно молотки делать. Чего? Нужно два рабочих, и мы можем здесь сделать молотки. Что? Впервые, сколько я играю в Клондайк, нам дают не декорацию, а какую-то постройку. Ну, это здание поставим где-то здесь, здесь оно и останется. Прикольно, кстати, то, что мы можем делать конкретные инструменты. Хотя у меня их и так 1500, но прикольно. Дальше. Дальше у нас есть печь. Печи, что мы... Печь, что нам дает... В печи можем делать огонь из травы. Но здесь можем делать только 70, я так понимаю, огня. Дальше она будет превращаться в декорации. А здесь мы можем делать 27 молотков, после чего она будет тоже превращаться в декорации. То есть, если бы не вечные были, было прикольно, да. Но... То есть вместо того, чтобы они нам давали подарочки, в этот раз это как постройки, в которых мы будем что-то делать, которые после этого будут превращаться в декорации. Раньше нам на халяву все давали с таких построек. А сейчас нам нужно еще свои ресурсы забрасывать, чтобы получать с них подарки. А вот здесь можно делать... Рыбную похлебку с грибов. Три гриба плюс 30 энергии. Подождите. Грибы. Один гриб это плюс 2 энергии, да? А три гриба это плюс 30 энергии. 30, 600, ну, 700 энергии где-то. Я не понимаю, почему, с чего вдруг для того, чтобы получать подарки с этих зданий, нам нужно уже закидывать сюда конкретно какие-то ресурсы.
Это будет новая механика Клондайка, что ли? И так уже игроки жалуются на то, что энергии не хватает, слишком много энергии нужно на обновление. Но они хотят еще сделать подарочные постройки платными, типа. То есть... Не, я понимаю, что 10 бобов, одна вода и 3 гриба. Типа это не слишком много ресурсов, но раньше, что мы получали все это бесплатно, а сейчас у нас еще требуют за это... Короче, бред. А буровая? Буровая то бесплатно, а там должны быть на буровой бесплатные ресурсы давать, если не ошибаюсь. Да, здесь 30 ресурсов дает, она просто была в прошлом обновлении, вот я и запомнил. А, ну что ж, как вам сказать, на нас хотят и тут нажиться, чтобы мы тратили свои ресурсы для того, чтобы получать в итоге декорацию. Раньше все бесплатно было, а здесь мы тратим свои ресурсы. То есть, если учитывать то, что здесь мы ничего не сварим, потому что у меня грибов попросту нет. А здесь делается огонь. Огонь делается с травы, мы будем тратить еще траву на огонь. А здесь мы делаем молотки со стали, деревьев и камня. Учитывая все это, то мы получаем только вот подарку 25 подарочков, 30 ресурсов, ну и самое главное, я так понимаю, декорация, которая нам дает энергию, точно такая же, как была в прошлом году. Нам досталось еще достроить серебряное дерево. Вот это будет, наверное, самая такая прикольная декорация. Хотя наковальня тоже хорошая. Осталось достроить серебряное дерево, и, в принципе, можно на этом заканчивать локацию. А два других задания я проходить не буду. Так, я хотел зайти в парк еще. Посмотрите, сколько там дает нам энергии эта штука. А то я уже забыл. Ну и... Где? Куда я упихнул? Вот здесь. 18. А, вот эта штука нам дает грибы. То есть она нам дает один гриб, который мы в будущем будем перерабатывать в той штуке в энергию. Ну, такое, скажем так. Но учитывая, что здесь мы получаем 500 плюс 600 энергии, и там 750, либо 700 тоже, то считайте, 1500 энергии возвращается. С одной стороны, это прибыльно, но... учитывая то, что мы тратим ресурсы, которых у нас нет, лисички, которых у нас тоже нет, то это слегка будет немного неудобно. Нужно будет грибы на локациях собирать, чтобы получать энергию. Это бред слегка. Потому что мы будем вырубать грибы для того, чтобы получать в будущем энергию. В общем, тогда я думаю, на этом можно с вами прощаться. Вывод такой, что нам урезают не только энергию, но нам хотят еще и урезать наши подарки, которые мы получаем за прохождение. То есть некоторые, в некоторых подарках, чтобы получить вот эти подарки, либо то, что они дают, нам нужно уже забрасывать ресурсы. Вот так вот. В общем-то, да, спасибо вам всем за просмотр. Увидимся в следующем видео. Напишите обязательно свое мнение по этой локации и как вам награды за локацию. Буду ждать в комментариях. Если есть вопросы, пишите, я всем отвечу. Давайте, тогда всем удачи и спасибо за просмотр.